Короче говоря, я пришла в школу. Утро понедельника. Проснулась, посмотрела на часы 6:30. Поняла, что еще рано вставать. Решила поспать еще 5 минуток. Легла, уснула, просыпаюсь на часах 7:25. Поняла, что опаздываю. Побежала в ванную, поскользнулась. Поняла, что день начинается отлично. Доползла до ванной. Чищу зубы, открыла воду. Горячей нет, холодной тоже. Пошла завтракать. Подошла к плите. Достала сковородку, взяла яйцо, разбила его. Стою, жарю яичницу, смотрю на время. Бегу одеваться. Забываю про свой будущий завтрак. Выбираю одежду. Брюки и рубашка мятые, платье с каким-то пятном. Одела джинсы и толстовку, очень по-праздничному. Кое-как прочесалась, о макияже речи не шла. Вспомнила про свой завтрак, побежала на кухню и поняла, что забыла включить плиту. Класс! Остался дополнительный вариант – хлопья с молоком. Взяла хлопья, молоко, тарелку и ложку. Насыпала хлопья, чуть-чуть переборщила, но это ничего. Молоко решила особо не тратить. Начала кушать. Вспомнила, что не сложила рюкзак. Побежала. Приготовила пенал, тетради, учебники. Взяла рюкзак, сложила все туда, кое-как собралась. Оделась, взяла рюкзак и вышла из дома. Вышла на улицу, бегу к остановке. Стоп. Поняла, что забыла телефон. Пришлось идти обратно. Вернулась домой, забрала телефон, ушла. Подхожу к остановке, вижу, что уходит мой троллейбус. Пыталась догнать, не получилось. Пришлось идти до школы пешком. Сначала шла шагом, но потом вспомнила, что первым уроком у нас физика. А на это нельзя опаздывать. Побежала. Подошла к школе, никого нет. Смотрю на часы, 10. Все уже как 2 часа на уроках. Короче говоря, я пришла в школу.